Для них спорт не хобби, а критерий профессиональной пригодности. Во вторник в Иванове стартовали чемпионаты по спортивному ориентированию и легкой атлетике органов ФСБ. Участие в них приняли 22 команды со всего Центрального федерального округа. Всего более 250 человек. Иваново 9 лет назад, в мае 2010 года, принимала такие же соревнования по спортивному ориентированию и по легкой атлетике. Проходили они на территории Березовой рощи. И тогда Иваново показала хороший уровень организации. И вот спустя 9 лет Иваново вновь принимает подобные соревнования. И мы надеемся, что наша организация будет также на высоте. Не случайно сотрудники органов госбезопасности соревнуются именно в спортивном ориентировании и беге. О важности последнего в их работе говорить излишне. Спортивное ориентирование же помогает уверенно чувствовать себя, выполняя служебную задачу в любой незнакомой местности. При подготовке сотрудников ФСБ внимание уделяют и другим спортивным дисциплинам. Это у нас плавание, лыжные гонки, легкая атлетика, спортивное ориентирование, служебные двоеборья, стрельба. Вот это упор делается как раз на военно-прикладные виды спорта, которые помогают сотрудникам совершенствовать свои физические подготовки. Еженедельные тренировки для чекистов в порядке вещей, но соревнования с коллегами из соседних областей, возможность сравнить свои результаты, добавляют мотивации. На кону честь региона. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.